География, история, биология. Наверное, нет в школе предмета, к которому бы Рома Васильев не проявлял интерес. Мальчик с отличием закончил 9 класс, получил аттестат, но стены родной шестерки покидать не стал. Говорит, здесь подготовка не хуже, чем в гимназиях и лицеях. Было бы желание, а педагоги всегда поддержат. В подтверждение этому многочисленные победы на олимпиадах областного уровня. Ну и, в принципе, это его кардинально отличает от других учеников, его целенаправленность. То есть, если он решил для себя, допустим, ну, в пример у нас выращивание кристалла было с ним. Сначала ничего не получалось, но благодаря своему кропотливому труду ему все-таки удалось вырасти. Достаточно больших, огромных размеров были кристаллы. Мальчик ведет активную общественную работу, участвует во всех школьных мероприятиях. Вот только профессию выбрал вполне серьезную. Хочет стать врачом. Душа больше всего лежит к химии и биологии, потому что я собираюсь поступать в медицинский, и эти предметы мне важны для поступления. Из дополнительных занятий, ну не знаю, увлекаюсь игрой на гитаре немного и также чтением различных художественных книг. Через год выпускные экзамены и поступление в университет. Направление Рома еще не выбрал. Главное сейчас набрать высокий балл ЕГЭ по профильным предметам. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин, местное время.